Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Дом на Ленина, пострадавший от пожара, выставляют на торги. Три помещения на первом этаже здания напротив центральной гостиницы оценили в 1 387 000 рублей. С аукциона уйдут лоты площадью 36, 41 и 160 квадратных метров. Дом по Ленина 63А включен в состав исторического поселения. В январе прошлого года здание подожгли. В результате сгорели крыша, пристрой, обгорели потолок, пол и стены. Реконструкция здания будет проводиться под контролем регионального Минкульта. Ранее в администрации города отмечали, что домом интересуются представители бизнеса, уточняет Ньюслер.ру. Дайджест недвижимости. Более 28 миллионов рублей задолжали за коммунальные услуги выпускники детских домов. Плату просрочили дети-сироты, получившие жилье по договору спецнайма на 5 лет. Согласно жилищному кодексу, они обязаны оплачивать коммуналку. Однако меры воздействия к таким неплательщикам федеральным законодательством не предусмотрены. Сейчас разрабатываются механизмы решения проблемы на местном уровне. Во-первых, для детей-сирот создадут памятки, в которых укажут обязанность погашать платежки. Во-вторых, займутся вопросом их трудоустройства. Кроме того, предлагается не передавать жилье сирот-должников в соцфонд, продлевая договор спецнайма еще на 5 лет. Возможность получения жилья по месту учебы и работы также поможет снизить задолженность, уверены в соцблоке регионального правительства. Ранее выпускники детских домов получали жилплощадь по месту изъятия из семьи. Часто им не пользовались, поскольку жили в другом населенном пункте, а долги накапливались. Дайджест недвижимости. Жалобы на заваленные снегом дворы начала сегодня принимать общественная палата. Горячая линия Центра общественного контроля в сфере ЖКХ будет работать до 22 февраля. Предполагается, что акция «Чистый двор» заставит управляющие компании работать эффективнее. Кроме информации о неочищенных дворах, жители смогут принять участие в формировании рейтинга управляющих компаний. Звонки принимают с 9 утра до 3 часов дня по телефону 38 14 77. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.